Владимир, рад вас приветствовать в нашем доме. Мужик, волнуйся. В общем, первое, что хотел бы сказать, пожалуйста, отключите средства мобильной связи. Я при вас это тоже проверю, отключу. Отключите, пожалуйста, со мной. И хотел бы сочетать программу. Вы скажете, что это за листок? А это листок первого выпуска спектакля, который сыграл 7 марта 2021 года, 18.00, на Большой сцене Чижевского училища. Но я до сих пор вас планирую сохраним. Дипломный спектакль студентов 4 курса, художественного руководителя курса Нина Игоревна Дворжецкая. Автор Райкуни, Фанни Мани, Холостов, я ему окончил, могу перевести, это смешные деньги. Действующие лица и исполнители. Пабло Гонзалес, Марат Джабуев, Маскарен Гонзалес, Бурлияты Бабова, Диего Тупак, Арафат Габуев, Киписта Тупак, Светлана Байдуганова, Хакуб Ургали Херпес, Алан Мартин, Сильвестр Дага, Шакин Байдай. Сейчас ложу приберу. Аджара Буджуну, куда я в кадре, там же сам Сарачек утропали, какие-то цыц. Алексей Славкин. Писатель принимает участие народный артист Гондураса Кактус Эдуардо. Хорошо, что это мог делать Юшкин. К сожалению, наш сегодняшний последний спектакль в театре. Мы не прощаемся. Мы очень рады нашим клиентам, которые вот вы для нас делали. Мы переживаем очень, мы хотим вернуться обратно. У нас студенты, наши щипицы, у них неделя на Балканах, в Кабардинске или еще кого-то. Они наши, они щипицы. Они разные люди. Ну так получается, извините, если у нас следующий спектакль, держите. Да-да-да.
что вам дико повезло, детка. Да, посмотри, иди сюда. Сядь и не смей вставать. Папа, да вы как они оказались в твоем дипломате? Папа, да и дело, что это не мой дипломат. Как ты? А ну сядь! Вот так. Это мне, значит, с работы. Сажусь в метро, дипломат, как всегда, ставлю рядом. Доезжаю, беру дипломат, выхожу из метро. Черт, где же эти паспорта? О, нашел. На улице я хочу достать свой недоеденный тапок. Открываю, и вот. Я случайно взял чужой, а свой ставил в метро. А почему ты не отвез его назад? Куда? В метро? К тому же я был в шоке. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты полезла свою сумочку за помадой, а нашла там 1 750 000 евро. Откуда ты знаешь, сколько их там? Посчитал. Что, прямо на улице? Нет, я зашел в пивную. Но я же говорю, ты пил. Ну, конечно, Макарена. Я же должен был прийти в себя и сообразить, что мне делать дальше. Я заказал двойной виски и пошел в туалет. Зачем? Убедиться, что мне не мерещится. Я сел на унитаз и все пересчитал. А потом? Потом я снова заказал двойной виски и снова пошел в туалет. Ну а снова ты зачем? Я снова пересчитал. Ну теперь понятно, почему ты пришел домой на час позже. Если честно, то я потом еще раз проделал эту процедуру. Все никак не мог поверить, что мне это не снится. Папа, Нина, ну это же не наши деньги. Это воровство. Черт возьми! Это воровство. В туалете я все проанализировал. Это преступный день. Типичный криминал. Какой-то бандитос открыл за какую-то незаконную сделку. Причем этот сильный бандитос явно нигде не расписывался ни в ведомостях, ни в декларациях. Эти деньги нигде не значатся, а раз их нет, значит я не могу украсть. Нет, 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 Павел, я боюсь. Ну перестань, Макарина. Это мне вознаграждение. Я столько лет вкалывал за гроши, вот наконец получил его. Ну а вдруг полиция? Так ничего, полиция не начнет никак. Никто насчет этих денег никуда заявлять не станет. Все, давай, иди, собирай вещи. Нет, нет, Павлик, нет. Мы не можем вот так вот взять и сорваться с места. Послушай, ты что, не понимаешь, что мы не можем больше здесь оставаться? И на работу я больше вернуться не могу. Почему? Почему? Ну, если дипломат сеньора Бандидоса оказался у меня, значит, мой оказался у него. А в нем мои служебные документы, записная книжка и недоеденный тако. И завтра сеньор Бандидос начнет звонить в наш офис, чтобы найти меня и свой дипломат. Но к утру мы с тобой будем уже в какой-нибудь лапландской гостинице под именем сеньора и сеньора Торрес. Так что, сеньор Бандидос, счастливо оставаться. Привет тебе от Пабло Гонзалеса. Пабло. Я никогда тебя таким не видела. Потому что я уже другой человек, черт возьми. Папа, ну я не хочу попасть. Ну перестань, Макарена. Ну ты же сама не раз говорила, что снова хотела бы полететь туда в отпуск. Ну то в отпуск, а то в эмиграцию. Ну, ладно, ладно, слушай, давай. Не хочешь в Лапландию, не надо. Мы там переночуем, а потом поедем туда, куда ты захочешь. Представь, Франция, Италия, Бермуды. Да я куплю тебе эти вермуты, только давай иди, собирай вещи, жена, друг человека. Макарена, это Диего и Пепита. Так, я сам соберу вещи, а ты оделайся от них. Павло, Павло, что я тебе скажу? Мы их сами пригласили на ужин. Скажи, что мы поужинали в Панораме. В какой Панораме, Павло? Ты же твой день рождения. Тогда в Куанче. Ha ha ha!
что там много бананов в плантации, если вы понимаете, о чем я. Испанские авиалинии буквально
другого аэропорта. Ну, когда заплатили, если стали только на раз. Ну да, я просто имел в виду, сколько туда добираться. Суток, думаю, трое. До аэропорта! Ну, с такими пробками то же самое. Пойду. Скажите еще что-нибудь.
скамейке нашел. Ну, не в парке, а в метро, между прочим. В метро? Да, в метро. В Нальчике нет метро. Какое метро? Он из Иванского метро, он хороший. Он нам не верит. Он не верит. Покажи его, покажи. Покажи. Я вчера нашел. Вчера нашел. А вот смотри, спасибо. Что? Что? Я тебя умоляю.
Хорошо, одевайся и жди меня в машине, поняла? Папа, а как же ты? Я пойду посмотрю, перестал ли так взяточник мои деньги. Павло, милый, я не понимаю, как тебе удалось купить полицейского? Когда приведешь мысли в порядок, поймешь. А он мне больше нравился, когда был неудачник. А сейчас он богат, красив и чертовски сексуален. Недоеденный тако. Недоеденный? Мне кажется, это сыр и кетчуп. Да, сложно. Придется провести официальное опознание. Нет, нет, не надо. Я уверена, это сыр и кетчуп. Опознание трупа. Хотя сомнений почти нет, это сеньор Павло Гонсалес. Да, я понимаю. Вот что, вам придется проехать морг на моей машине, тут недалеко. Мне здесь подождать, пока вы едете? Нет, нет, лучше подождите меня в машине. Я понимаю. У вас дома еще кто-то есть? Что вы говорите? Что могу присмотреть за вами? А, да, у меня гостит медсестра с мужем. Значит, у вас есть кому позаботиться? Есть, есть. Тогда жду машину. Да. Не хватает 500 евро! Добрый вечер. Сеньор из полиции. Из полиции? Да. Центральный округ? Южный. Южный? Инспектор Сильвестр Кага, Южный округ. В чем дело, инспектор? Инспектор принес ужасное известие. Не знаю, как я смогу его пережить. В чем фамилия, моя проблема Гонсалес? Гонсалес? Значит, вы родственник. Родственник? Чей? Сеньора Павло Гонсалеса. Ну, конечно. Конечно, он. Он брат Павло. Ты брат Павло. Я брат Павло. Да, да, брат моего несчастного Павло. Боюсь, сеньор Гонсалес, придется нанести вам тяжелый удар. Не надо! А кто бы из нас не сказал, он будет потрясен. Есть основания полагать, сеньор, что сеньор Павло Гонсалес сеньор. Мертв, сеньор. Thank you.
пансионе. Значит, никому и в голову не придет, что он наслаждается жизнью в Лапландии. Да, хорошо, а что вторая? А в том, что на самом деле связан застреленный утопленный сеньор Бандидос. Теперь нас никто не сможет преследовать. Да, зато нас сможет преследовать тот, кто его застрелил, связал и утопил. Ты точно видишь во всем только плохую сторону. Ладно, сейчас главное расплатиться с этим братишкой Хулио. 200 евро ему, видите ли, не хватает. Алло! Что? Говорите по-испански, я не понимаю португальского языка. Что? Вернитус чемоданус? Чушь какую-то бормочешь, чувак, я тебя не понимаю. Что бормочешь? Вернитус чемоданус, что это значит? Что он говорит, вернитус чемоданус. И что? Чемоданус по-португальски значит чемоданчик, дипломат. И что? Макарена? Мачете! Кто? Это тот, который шлёпнул сеньора Бандидоса! Чёрт возьми! А как он узнал наш номер телефона? Господи, дурацкий дипломат, наверное, нашёл! Ну, же дипломат, ну, инспектор Гаги! Вот, а если твой дипломат, а сеньора Мачете, а сеньор Бандидоса попадает в сеньора Мачете, то он открывает его, надеясь найти 1 250 000 евро. А ведь это не дает себе так, и телефон будет... Ты права. Похоже, так оно и было. Порядок! Проблема с вами прямо решена, можете ехать. Отлично, едем! Одну секундочку, пожалуйста, подождите. Сегодня хоть кто-нибудь.
кто-нибудь поедет в аэропорт? Мыц! Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц! Ну как, мотор хорошо работает? Мотор хорошо, а счетчик еще лучше. Так кто поедет? Вы, ваш благоверный или этот холопей, который только что выскочили? Никто не поедет. Как-то никто? Да вы что? Поедут, поедут. Сеньор и сеньора Санчес. Сеньор и сеньора Санчес? Да. А это еще кто? Это наши родственники. А, те, что из Гондураса. Да. То есть не вы летите? Нет, я никуда не лечу. Подождите нас от двери. А сколько еще ждать? Сколько нужно? Учти, я буду раз здесь стоять не собираюсь. Если через 5 минут никто не явится, я уезжаю. Сеньора Санчес, сейчас выйдут. Вот, возьмите сумку. Ты что, все их вещи? Все. Что значит, ваши родственники нудисты? Согласитесь, два человека летят через полпланеты, и всего одна сумочка. А быть может, ваша сеньора, сеньора Санчес, действительно нудист? Ну, конечно, когда разденутся. Сумочку вашу
прямо на тротуар. Она с папой под одеялом. Боже мой, мы с папой Питер. Слава богу, вы еще здесь. Тия, когда они включат свои машины? Мои машины? Зачем это? Доехать до аэропорта. Ты что, не слышал? Наш таксист убрал. Не дам я тебе свою машину. Она мне очень дорога. Ах, вы испанцы. Ладно, 13 тысяч. 10, 20. Я за потом не говорил, что оценщик не давал ей 5. За 2 дня цены подскочи. Тебя ничто не останавливало. 13 это число Вахтангова. Ну ладно, договорились. Спасибо. Прошу прощения. Вы же сказали, что сеньора Гонсалес вот-вот выйдет. Да, сейчас. Она просто еще не совсем готова. Так поторопите вашу стоящую. Я пойду потороплю Макарену, да. Вы сестра сеньора Гонсалес? Сестра. А кто же еще? А вы стала быть супруг сестры, не так ли? Ну, стала быть супруг сестры, не так ли? Естественно, я и мой муж, мы из Гондурас. Пуля Иглесиас.
О, в этом поезде нет никакой нужды. Правда, Сэр Глор? Ровно никакой. Давай, 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 идем. У тебя поезд, ты на него опоздаешь. А при следующей встрече я тебе возмещу все твои расходы. А вообще-то я никуда не спешу. Алехандро. Как ты знаешь, у меня выходные. К тому же он наверняка захочет остаться и на похороны. Так у нас наведяется похороны. Это сеньор вам еще не сообщили. Так, в общем, чертах, в детали они не вдавались. Видимо, Алехандро сказал ему, что папа тоже из себя не очень важно выглядит. Да на то хуй, если в деталях, то новости смертные. Наш бедный папа умер! Там, по крайней мере, так сказать, издержки.
издержки, ему только до больницы доехали. Да, до больницы. Ну, из Гондураса. Инспектор, позвольте, мы обсудим этот наш вопрос в родском, в семейном кругу. Он поедет, обещаю вам. Хорошо. Сеньор Санчес, я даю вам 5 минут. Через 5 минут вы садитесь в мою машину, и мы едем в морг. Если смогу. Смогу. Что? Подождите нас на улице. Подождите нас на улице, ему плохо. Диего, я прошу тебя, здесь не плохо. Нет. Ну, почему? Нет, ни за что. Диего, почему? Мама страшно заплатит тебе. Заплачу. Наличку не заплачу. Диана, ну как заплатишь? А то сколько? Ладно. 10 тысяч. 30. 20. 40. 20. 22. С половиной. Договорились. Пока вы тут занимаетесь расчетами, ребята, иди и приведи сюда Макарелу. Она же была в туалете. Вот так было в моей двери. Нет, я серьезно. С удовольствием. Понятно? Без тебя! Один! Ну ничего страшного! Быстро найдешь мне красивую сеньору! Школу!
самое попадем. Все равно, что мне сдали,
Она не хочет тако. Какого тако? Недоеденного сыром. Кому за что твой дипломат? Господи, да что случилось? Что случилось? Что случилось? А то, что твой муженек уехал отсюда с инспектором Гагой, у которого в руке дипломат, держит 1 750 000 евро. И она-то сразу протрезвела. Серёга, извиняюсь, а сумка едет в аэропорт или домой сидели тупо? Мне надо выпить, да, и мне надо выпить. Я просто хочу узнать, ты на аэропорт или на танцовый я задерился, что если... Не важно. Как не важно, это же раз до конца. Это все равно. Боже мой, у меня было все. Лапландия, Бермуды, обмен женами по бартеру. Без 5 минут я сидел на коленках у Санта-Клауса, мечтал о новой жизни. Только что я был молод, красив и чертовски сексуален. А теперь я не молод, не красив. Теперь сеньор Мачете знает наш адрес и скоро будет здесь. Усну, чтобы не видеть, как он будет меня убивать. Ну что ты скажешь сеньору Мачете? Что я скажу? Скажу, что мы разорены. А его 1 750 000 евро лежат в дипломате инспектора Гаги. Ууу, 1 750 000, а этот сеньор Мачете получит мне мои 300 евро плюс чипы. Навряд ли. Бабу! Диего? Мы думали, ты уже в морге. А где инспектор? На улице. А дипломат? С деньгами. Так вот же он. Это мой дипломат. Как твой? Это тот, который стал? Ну да, инспектор перепутал и взял не тот. Надо же как-то понять обратно. Да, где он? Кто дипломат? Нет, инспектор! Ну, вызывай скорую. Скорую? Да. Что случилось? Ну, наш инспектор выскочил, все, дал задний ход и ударил в вашу машину. Мою! Моя машина прокушена. Прокушена? Нет, я сегодня стряхнусь! Надо быстро что-то предпринять, иначе через 10 минут сеньор Мачете будет в нашем доме, инспектор как при деньгах, а мы все вслед за бандитом в боли. А что, сеньор Мачете удал наш адрес? Да! Господи, попробуй! 4 минуты 30 секунд назад, в принципе, какая разница, он уже на подходе. Я пришел в скорую и вынужден подождать здесь, пока она приедет. Сеньора Гонзалес. Да? У вас есть домашняя аптечка? Есть. Все, несите. Быстрее. Аделаида. Может, мы все-таки поедем в Гондурас? Сальвадор, да. Нам
моя терпимость к вашей родне я уже бог знает сколько времени потерял. Моя родня, этого не забудет инспектор дорогой.
отправлю.